Высокие скорости, стремительные прыжки через трамплины, захватывающие дух виражи. Свидетелями рева моторов стали в минувшие выходные жители Рыбинска. Здесь прошел традиционный мотокросс памяти летчика Чкалова. Самыми маленькими участниками соревнований стали 5-летние дети. Даниил в прошлом году пошел в школу. Но как рулевой двухколесного железного коня он уже большой профессионал. Мне нравится кататься. Я очень люблю ездить на мотоцикле. Главным тренером маленького спортсмена стал его дедушка. В прошлом тоже профессионал мотоспорта. Говорит, у Даниила есть все шансы стать чемпионом. Пускай привыкает, занимается спортом, мотоспортом. Закалка, мужество, все такое. Не гулять по улице там. Ни с наркотиками, ни с сигаретами. Всего в гонках с препятствиями на 1400 метров принимали участие более сотни профессионалов и любителей из 6 регионов. За главный приз Кубок Чкалова боролись в 7 дисциплинах, главной из которых стала езда на летней резине без шипов. Рыбинская земля уже в 4-й раз зимой принимает гонщиков из Ярославской, Тверской, Вологодской, Московской, Ивановской, Костромской областей, которые борются за главный приз соревнований. Также будут разыграны малые кубки в каждом классе мотоциклов и квадроциклов. Помимо мужчин, в соревнованиях принимали участие и представительницы прекрасного пола. Светлана Доброхотова, Владимир Выдумлев. День в событиях.